Бедный Питер Паркер. Папы нет, мамы нет, дяди нет, совсем один. Вообще-то, это не так. Не понял? Я не один. Да это так, я только что перечислил кучу твоих родственников, которых больше нет. Так что ты совсем один. Не совсем. У меня все еще есть тетя и очень симпотная девушка. Бедный Питер. И даже не мститель. Вероятно, подружусь со Флэшем чуть позже. Нет, я очень умен. Да. Вероятно, отлично себя покажу после окончания школы. Нет. Может, даже фотографом стану. Бедный Питер Паркер. Ты совсем один! И это я слышу от взрослого мужика, которому захотелось жить в канализации в виде ящерицы. Бедный Питер, бедный доктор Коннорс! Не-а, нет, не я, бедный... Бедный Питер! Бедный, хочу быть ящерицей и жить в канализации доктор Коннорс! Нет, я не... Это ты хочешь стать ящерицей? Я ж паук. Да какая разница, бедный Питер Паркер, ты совсем один! А вот и не один. Конец.